15 июля 1965 года по трапу самолета, приземлившегося в международном аэропорту Шереметьево, спускался хорошо одетый, высокий молодой человек с приятной открытой улыбкой. Это был популярный американский певец Дин Рид. В СССР за железным занавесом его пока никто не знает. Но очень скоро американский исполнитель станет в Советском Союзе иностранной эстрадной звездой номер один. В разгар холодной войны гражданину страны, оплота империализма, США, если он, конечно, не дипломат, попасть в СССР было чрезвычайно сложно. Комитет государственной безопасности пристально глядел за тем, кто и зачем пересекает границы первого в мире социалистического государства. Американский певец Дин Рид ехал в СССР по приглашению советского правительства. Ехал он тайно. Тому были свои причины. Дин Рид родился в 1938 году в США, в пригороде Денвера, штат Колорадо. В конце Второй мировой, с охлаждением отношений союзников, Америку накрыла антикоммунистическая пропаганда. В 1948 году, если бы спросили 10-летнего Дина, кого он ненавидит больше всего, он, не задумываясь, ответил бы «коммунистов». Мальчик скакал на лошади по колорадским лесам и мечтал о Голливуде, хотел стать артистом. Родители были против, они видели Дина военным. А еще через 10 лет молодой человек, ничего не сказав родителям, отправился в Калифорнию. Дин Рид как раз и попал вот в этот период, это конец 50-х годов, когда искали новых исполнителей именно вот в этом, в кантри, он же начинал с кантри исполнения, с кантри песен. На него обратили внимание, внешняя фактура, голос приятный, манеры, видимо, как-то, которые, так сказать, вот импонировали этим людям. Они нашли в нем вот того исполнителя, который может понравиться большинству людей, которые не приемлят рок-н-ролл. Лос-Анджелес встретил молодого красавца и спортсмена очень приветливо. Позже, после гибели певца, стало серьезным аргументом то, что высококлассный спортсмен не мог глупо утонуть в водах немецкого озера Цейтенерзее. До сих пор в истории гибели Дина Рида ищут следы разведок, любовных приключений или разочарования в жизни. Но только не несчастный случай. Здесь ему места просто нет. Вы что, думаете, что он покончил жизнь самоубийством? Я в этом не верю никак. Он так настолько любил жизнь, что он это себе позволить не мог. О чем вы говорите? Этого быть не могло, я уверен в этом. Люди, хорошо знавшие Дина Рида, отмечают то, что он совершенно был лишен конформизма. По жизни Рид так и прошел идеалистом и романтиком. На нем наживались рекорд-компании, циничные политики и, к сожалению, многие любимые женщины. От него шла такая романтическая, искренняя наивность. Он был такой действительно искренний, совершенно, несмотря на то, что им пользовался коммунистический режим в тот момент. Но от него не было ощущения фальши и такого советского лжепатриотизма, который просвечивал незамысловато из всех как бы наших, сейчас не будем называть фамилии, они и сейчас существуют. Темпераментное пение Рида под гитару понравилось менеджерам звукозаписывающей компании Capitol Records. Студия подписывает с Дином контракт. Акулы шоу-бизнеса из Capitol не прогадали. В конце 50-х годов в музыкальном мире Америки воцарился бунтарский рок-н-ролл. Он серьезно потеснил безраздельно владевшую до того сценой сладкоголосую попсу. Воротилы поп-индустрии лихорадочно ищут новых исполнителей. Песни Дина о любви и зеленых лесах родного Колорадо теперь как нельзя кстати. Рид быстро становится популярным исполнителем и даже ненадолго взлетает на вершины всевозможных музыкальных парадов.
по-моему, кто-то спросил о Элвисе Пресли, а были у него встречи, как вообще у них были отношения друг с другом, что на то время было интересного и нового в рок-музыке Америки. И Дин вытащил из его сумки небольшую такую брошюрку «Хит-парад», в которой на первом месте Дин Рид, а на втором Элвис Пресли. Теперь Рида уже показывают и по телевизору. Он гость различных музыкальных шоу. Выстраивая дальнейшую карьеру, Дин Рид поступает в актерскую школу кинокомпании Warner Brothers. Здесь молодой актер впервые узнает о русской театральной школе. До этого Рид мало интересовался далекой Россией, считал ее отсталой страной. Был уверен, что по улицам городов там бродят дикие медведи в буденовках. А тут Станиславский и Мирхольд. И вдруг он узнает, что самая одна из самых совершенных, так сказать, театральных, значит, систем в мире – это русская система, система Константина Станиславского. И Паттон Прайс, который эту систему проповедовал, он же ему не только про Станиславского рассказывал, он вообще рассказывал про русскую школу, про театральную, про социальную систему, что это из себя представляет. Все-таки он был человек достаточно умный. Однако тиражи пластинок Рида не удовлетворяют продюсеров. Они понимают, что по-настоящему в Америке Дина не очень любят. Публику не поймешь. Сначала ты нравишься, но едва на горизонте появится новая звезда, про тебя тут же забывают. И тут промоутеры Рида делают ход, который вскоре предопределит судьбу молодого певца. Capitol Records организует Дину первое турне по странам Латинской Америки. То, что случилось дальше, превзошло все ожидания продюсеров из Capitol. Это уже тянулось десятилетиями, когда Америка окучивала Латинскую Америку в своей, так сказать, задворке, и достаточно эффективно. Поэтому посылать туда певцов и делать им там карьеру, и потом возвращать их обратно и продолжать, так сказать, вот эту карьеру, то есть на два континента работать, это достаточно стандартный ход для американских продюсеров, которые работали вот в жанре поп или кантри-музыки. В аэропорту Чили в Сантьяго Дину оказывают такой прием, какого никогда не было у Дина на родине. Возле здания аэропорта его встречает многотысячная толпа горячих латинских юношей и девушек. После первых же концертов чилийские газеты возносят имя Рида в один ряд с именем Элвиса Пресли, Рэя Чарльза, Фрэнка Синатры. Рид влюбляется в своих латиноамериканских поклонников. «Я много понял, находясь здесь. Это очень дружелюбные люди. А мы же в США постоянно находимся в погоне за деньгами, славой, положением в обществе», рассказывал он в одном из интервью. Менеджеры Capitol довольны успехом турне, но обеспокоены высказываниями певца. Зачем он лезет в политику? Его дело рекламировать пластинки. Так он отпугнет поклонников на родине. Сначала-то они были недовольны, потом они подумали, а что, это неплохо, потому что в этом плане, вот в этом плане как раз, в том, что поп-певец стал вдруг революционером, такого прецедента в американской поп-индустрии вообще практически невозможно найти. В это время на родине президент США Джон Кеннеди призывает американцев строить бомбоубежище на случай атомной войны. В Колорадо свой погреб расширяют и родители Рида. Но певец не верит в возможность войны. Русские не сумасшедшие, ведь победителей не будет. И тогда Дин совершает поступок, от которого у его боссов из Capitol волосы встают дыбом. Он выступает с обращением в газетах «Чили» и «Перо». Певец призывает граждан Латинской Америки предложить президенту США Кеннеди запретить ядерные испытания, которые Америка только что возобновила. Чтобы человек, так сказать, который нормальную карьеру развивает, в принципе, он звезд с неба не хватал, но мог вполне нормальную карьеру себе сделать на поприще музыкальном. И денег бы заработал бы, и дом бы себе построил бы, и женился бы, и имя было бы, и так далее, и тому подобное. Все у него было, но человек взял и ушел в революцию. Это нонсенс. Скандал получился громкий. Лос-Анджелес Таймс писала: в те дни голливудский певец выступает не на сцене рок-н-ролла, а на политической трибуне, вмешивается в вопросы ядерной политики. Певца зовут Дин Рид. Эти события не могли не сказаться на карьере Рида. Боссы студии Capitol расторгают контракт с безрассудным певцом в одностороннем порядке.
7-летний контракт был у него, они просто разорвали, поняли, что с этим человеком, им, так сказать, им ничего не светит, зачем им связаться с человеком, который бросает вызов официальной власти Америки, а поп-музыка никогда американская не бросала, это рок-н-ролл еще. В это же время не складывается карьера Дина и в Голливуде. Он закончил актерскую школу знаменитого Паттона Прайса, но приглашать в кино молодого скандального артиста продюсеры не спешат. В Соединенных Штатах он никакой популярностью не пользовался, понимаете? И сказать, что у него там были последователи, фанаты, нет. А между тем, Дин получает приглашение из Мексики. Сняться в роли американского студента, влюбляющегося в красавицу-мексиканку. На съемках Дин знакомится с Патрисией Хоббс, молодой американской актрисой, которая играет подругу его возлюбленной. Дин решает перебраться в Латинскую Америку на постоянное жительство. В Буэнос-Айресе у любимого мексиканцами певца теперь собственное телешоу. Оно обо всем – о быте, искусстве и о политике. Здесь и происходит встреча, которая сильно повлияет на судьбу артиста. Потом он сделал интервью Валентине Терешковой, женщины-космонавта, да, советского, для своей аргентинской телепередачи. Как раз опять участвовал в очередном скандале, когда там началась вот заварушка между несколькими делегациями по поводу войны во Вьетнаме, между вьетнамской и американской делегацией. Дин Рид выступил в защиту вьетнамской делегации. То есть как бы опять в противовес идеологии своей родины официальной. В июле 1965-го в Финляндии и происходят события, надолго подружившие американского певца и первое в мире государство рабочих и крестьян СССР. Приглашенный на Конгресс мира Дин Рид неожиданно попадает в центр крупного скандала. Он произносит пацифистскую речь и завершает ее песней против войны во Вьетнаме. Зал провожает его овацией. У выхода певца ждали несколько человек в штатском, которые представились русскими из СССР. Спасибо вам за ваши песни. Не хотите ли посетить Москву? They got some crazy little women there, and I'm gonna get me one. В 1965 году за железным занавесом в СССР шла невероятная для иностранцев, но по-своему размеренная жизнь. В стране начинается процесс по делу писателей-диссидентов Даниэля и Синявского. Им вменяют антисоветскую агитацию. В официальной хронике с 1 января в пику США отменены пошлины на товары из Латинской Америки. СССР поддерживает антиамериканские силы. В том же году американские империалисты напали на Вьетнам. Советский Союз обещает всемирную помощь в отражении агрессии. Советские колхозники впервые начинают получать пенсии по старости. Поэт Иосиф Бродский, только что возвращенный из ссылки, вынужден вступить в Союз писателей, иначе снова обещают статью за тунеядство. Однако об этих событиях Рид не знает. Москва поразила американца. На улицах столицы русских не оказалось ни снежных сугробов, ни диких медведей. Была Красная площадь, мавзолей с мумией вождя мирового пролетариата, сильное впечатление. Подземные дворцы, станции метро, помпезные высотки, башни гостиницы «Украина», где поселили Рида, и, на удивление, отсутствие пробки в ванной. Пришлось принимать душ, а Дин любил полежать в теплой воде. Lived a man who sailed the sea, and he told us of his life in the land of submarines. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. Советские партийные функционеры не скрывают оптимизма. Американская звезда у них в гостях. Да, из этого парня, пожалуй, можно сделать второго Поля Робсона. Риду предлагают гастроли в СССР по всей 1/6 части земли. Возвращаясь назад в Аргентину, взлетая над аэропортом Шереметьево, Дин не знал, как сложится его судьба, но предполагал, что спокойной она не будет. Возвращение в Аргентину действительно стало поворотным в судьбе Рида.
В глазах спецслужбы СИДЕ американец моментально становится красным ковбоем. Но таким теперь себя чувствует и сам Рид. 2-3 года и все, он ушел как бы из поп-музыки, ушел как бы в революцию, в левое движение. Дин целиком поддерживает рабочее движение в Аргентине. Теперь он напрямую связан с Компартией. Однажды в его доме тайно останавливается сам Че Гевара, легендарный командант ТЧ. Летом следующего 1966 года советское правительство приглашает американского певца Дина Рида на гастроли в СССР. Как и все в стране советов, турне Риду предстоит грандиозное. По двум столицам и дальше по столицам союзных республик. Площадкой первого выступления функционеры Росконцерта выбирают Московский театр эстрады. В этом здании театра эстрады впервые в 65-м году выступил тогда еще никому неизвестный молодой американский певец Дин Рид. И судя по тому, что буквально за несколько лет он стал всенародно любим, известен, популярен, очевидно, в нем что-то было, что притягивало нашего слушателя и зрителя. В театре эстрады, я помню, что я сидел где-то очень близко к сцене, и, значит, вот он там пел потрясающие какие-то свои песенки, которые... Вот среди них была «Хава Нагила», где весь зал пел вместе с ним, и никому в голову не приходило, что это вообще-то еврейская песня. Это просто был один из хитов его репертуара. У него было потрясающее и обаяние настоящее. Да, вот обаяние в то время у нас в стране, обаяние было запрещено. Успех у американского исполнителя грандиозный, не хуже, чем в Латинской Америке. Впервые на советской сцене яркий, раскованный, красавец с гитарой. Невиданное дело, он ходит между рядов. А главное, настоящая американская звезда. Дин тщательно подбирает репертуар. В СССР его хотят видеть в первую очередь протестным певцом, а любви совсем немного, только о мире. Следующая площадка – Ленинград, Дом культуры Дзержинского. Снова невероятный успех. После концерта – толпы поклонниц, цветы и, конечно, автографы. Дин колесит по стране. Немного раздражает назойливость комсомольской номенклатуры. Именно ей поручено опекать американского певца. Концерты неизменно заканчиваются застольями, часто переходящими в пьянку. Постороннему человеку это не было заметно. Но мы понимали, насколько ему трудно, потому что после концертов ему приходилось ехать на встречи с представителями ЦК комсомола и до утра сидеть... И он не мог уйти оттуда. И это были посиделки, которые его очень утомляли. Под разными предлогами Рид пытается уклоняться от банкетов, ведь завтра выступление. Уединившись в номере, Дин по телевизору смотрит за державной поступью страны победившего социализма. Поздней осенью 66-го Рид возвращается с гастролей в Москву. Теперь его знает весь Советский Союз. Комсомольцы тащат певца в Большой театр. Там гордость страны – советский балет. Следующим пунктом культурной программы – посещение театра на Таганке. Здесь только что поставили 10 дней, которые потрясли мир. Товарищи! Товарищи! Вы решили открыто заявить, кто мы? Мы
Стихия народного восстания 1917 года по мотивам книги земляка Джона Рида захватила певца. Он искренне и шумно выражает свое восхищение. Дина узнают в зале. После спектакля просят на сцену. Дин под гитару в унисон только что увиденному поет одну из своих протестных песен. Зал аплодирует стоя. Принимая подачу, следом за Ридом на подмостке поднимается Владимир Высоцкий. Его слава в зените. На экраны страны только что вышел фильм «Вертикаль». Ветераны Таганки до сих пор помнят тот вечер. Дело в том, что у меня этот день закончился впечатлением большого поражения Дина. Нельзя было вызывать Высоцкого. Надо было это предвидеть, потому что Высоцкий начал петь, и непрофессионалу стало очевидно, кто есть кто. Догадывался Рид или нет, но диссидентствующая творческая интеллигенция Советского Союза относилась к нему настороженно. Отчего такой невероятный оптимизм от этого самого социализма? Он или слепой, или агент Кремля. Скорее второе, потому что от окружающей социалистической действительности прийти в восторг может только сумасшедший. А тут американец из США. Но Дин верил искренне. Именно потому, что был американцем. Сейчас можно продаваться. А тогда за что можно было продаваться? За отдых в Крыму, в Сочи? За что можно было продаваться? За границу его с американским паспортом пускали всюду. Ему не нужна была заграница. За что еще можно было продаться? Гонорара, как я еще раз повторяю, он не получал высокий. Это я точно знаю совершенно. Вот. Поэтому чем его можно было купить? Его можно было купить идеями и только. Так или иначе, первые гастроли американского певца Дина Рида в стране социализма имели оглушительный успех. Он пел о мире и против войны. Об этом надо рассказать всему миролюбивому человечеству. Идеологический отдел ЦК КПСС с задачей справился блестяще. Вскоре в Америке узнали о красном Элвисе. Рид уезжал из СССР со смешанными чувствами. Его поездка в Советский Союз закончилась драматически. На гастроли он приехал с женой Патрисией. Дин долго отговаривал ее от поездки. Пэт была на 7-м месяце беременности. Утомительные переезды могли ей повредить. Но та наотрез отказалась. Рид не хотел вспоминать, как неожиданно жена была госпитализирована в Кремлевскую больницу, как врачи боролись за жизнь ребенка, но не спасли. В середине 60-х годов, на самом закате хрущевской оттепели, певец из Соединенных Штатов Америки Дин Рид покорил наивные сердца простодушной советской публики. Всей 1/6 части земли. По правде говоря, советские люди не хотели зла Америки и с открытой душой приняли заокеанского голубя мира. В конце 67 года атташе советского посольства в Риме передал Дину Риду «Long Play» — первую большую пластинку певца, вышедшую в Советском Союзе. К этому времени Рид уже перебрался в Италию. Его дружба с советскими коммунистами не прошла бесследно.
после памятных гастролей в СССР красного ковбоя преследуют спецслужбы и США, и Аргентины. После этой поездки его обстреляли, и дом, где он жил с женой, обстреляли. То есть трудно сказать, хотели его убить или просто пугали, но смысл в том, что по его дому стреляли как бы, то есть такие радикально настроенные деятели, потому что Аргентина все-таки не коммунистическая страна. Рид решает перебраться в Европу. Однако своих друзей-компаньерос не забывает. Он часто наведывается в Южную Америку, где когда-то стал популярен. Здесь, в 1970 году, Рид по-настоящему вмешивается в большую политику. Возмущенный агрессией США во Вьетнаме, Рид выходит на площадь перед американским посольством в Сантьяго. Прихватив пластиковое ведерко и флакон с жидким мылом, под окнами посольства Дин Рид принялся стирать американский флаг. Перед этим он не забыл пригласить журналистов. «Этот флаг запятнан кровью народов. Я хочу его постирать», — произнес Рид. Это был скандал. Этим случаем заинтересовался председатель КГБ СССР Юрий Андропов. Из этого парня может получиться настоящий агент влияния. Надо бы снова пригласить артиста в Союз. Тем более, что он здесь так популярен. В июле 1971 года Рид снова в СССР. В это время в Москве проходит 7-й международный кинофестиваль. Здесь же с певцом случается поворотное событие. Он знакомится с известной советской актрисой Эви Киви. Да, признаюсь, что была такая история, которая продлилась 15 лет. Несмотря на эти женитьбы в ГДР, все равно он вернулся сюда, все равно он искал меня, писал мне, звонил. И все равно мы любили друг друга. Действительно, это была любовь в моей жизни. Рид приглашает актрису на фестивальный фильм Холла Баррета «Капитаны песка» по роману Жоржа Амаду. Руководство СССР пока сквозь пальцы смотрит на роман советской гражданки и американского подданного. Пусть все остается как есть. Для Рида уже приготовлена важная миссия. В это время на востоке страны разворачивается стройка века – Байкало-Амурская магистраль. Эта железная дорога должна соединить европейскую часть страны с Дальним Востоком. Величие замысла наряду с советскими исполнителями должен воспеть американец Дин Рид. Снимал он на вагоне, где-то во время движения поезда, где он проходил как раз по только что проложенному пути. Потом он снимал с какого-то был мост какой-то такой громадный, и он снимал, залез на этот мост. И снимался, не боялся, там не было никаких страховок. В это время наш оператор Виктор взял, прицепился за поручни этого моста. И его снизу снимал, вообще ногами держался. То есть это были какие-то экстремальные такие ситуации. Но он был таким по жизни. Он был, в общем-то, вот я сейчас анализирую, могу сказать, он был действительно экстремалом. Популярный советский вокально-инструментальный ансамбль «Веросы» тоже получил почетное приглашение в Восточную Сибирь. К высадке на стройке готовится большой молодежный десант, и артисты своим появлением должны доказать, что работать в тайге вполне комфортно. Они едут на литерном поезде в трех вагонах. В первом – артисты, во втором – спальня, в третьем – продукты. На БАМе платят по 500-700 рублей. Дают талоны на автомобили, мебель, ковры. От частых выступлений у Дина болят руки, горло. Но выходить артист вынужден. Strange.
and the holy. It's created from God, you just pray. Он мне шишку привез, потом какой-то еще альбом оттуда. Пачку своих фотографий, приехал усталый, говорит, я такой больной, я говорю, ничего, я вылечу сейчас. Our love is tall as a mountain, and our love is deep as the sea. Our love is as warm. Warm in the summer day, our love will always be. К 1974 году роман Рида с советской актрисой Эви Киви достиг своего апогея. Певец подумывает над тем, чтобы вообще перебраться в Советский Союз, ведь здесь его так любят. Он советуется с друзьями, подыскивает квартиру в Москве. Но квартиры все не находится. Ему сказали, что ты можешь иметь сколько угодно, я не буду повторять эту фразу, но жену и Эви Киви никогда. А вскоре товарищи из ЦК комсомола приподнимают завесу над тайной. Протестный певец с советским паспортом Кремлю не нужен. Нужен настоящий американец, ну как, к примеру, Поль Робсон. Let me go away from the Mississippi. Let me go away from the white man boss. Show me that stream called the River Jordan. That's the old stream that I long to cross. Не нужен был Советскому Союзу Дин Рид русский или гражданин СССР. Он их интересовал и интриговал в связи с тем, что он гражданин Америки, который, так сказать, вот демократически настроен, поддерживает нашу психологию, идеологию, наши идеи и так далее. В 70-е время Робсона ушло. Зато теперь есть вождь индейцев, товарищ Леонардо Пелтиер. Проблемы защиты американских индейцев в начале 70-х одна из самых популярных в советской печати. Вождь поднял восстание в Северной Дакоте и получил пожизненный срок. Теперь товарищ Пелтиер очень помогает советской пропагандистской машине. Весь мир узнал о бесчеловечном обращении американского империализма с индейцами. Прекрасно советские идеологи справились и с историей американской правозащитницы Анжелы Дэвис. Чернокожую активистку посадили в тюрьму за преступление, которого она не совершала. Планета негодует. В тюрьму Анжеле пишут письма дети из школ всего Советского Союза. Свои песни ей посвящают Джон Леннон и Роллинг Стоунс. Спокойно. Американские активисты преподносят примеры настоящего мужества. Советская пропагандистская машина работает на всю мощь. Американский борец за мир Дин Рид хочет советский паспорт. Пусть борется за мир с американским паспортом. Судя по всему, так и было. С потребительской точки зрения, невыгодным был действительно советской власти, советским идеологам Дин Рид как гражданин Советского Союза. Им был выгоден человек, который за пределами Советского Союза борется, так сказать, не только за советский, так сказать, строй, за социализм, а за левое движение, за левую, так сказать, идею, вот, проживая где-то в Европе, ну и на худой конец вот в той стране, как Германия. Рид обескуражен, ведь он лучший друг Советского Союза. В идеологическом отделе ЦК раздумывают над ситуацией. Нельзя разочаровывать агента влияния. Да и про мир во всем мире в Советском Союзе лучше него никто не споет. Ну что, ну еще очередной Кобзон спел патриотическую песню. А вот американец выходит с гитарой. И тут находится выход. Германия, ГДР. Детская мечта Рида, карьера в кино. Красный ковбой уже снимался в итальянских спагетти-вестернах. А в Восточной Германии находится крупная кинокомпания «Дефа». Вместе с главным индейцем социалистического лагеря Гойко Митичем
Здесь снимают фильмы о жизни американских краснокожих. Риду предлагают поработать над очередным сценарием про жизнь соотечественников. Отныне мы братья по крови. Моя жизнь – это твоя жизнь, а твоя жизнь – моя. Наше братство скреплено кровью. Я горжусь тобой. Мое сердце радуется. Дин Рид снимается в вестерне «Кит и компания». В фильме его подругу играет актриса Рената Блюме, будущая третья жена. Цепь событий, связанных с ней, приведет позже к роковой развязке. I look into her eyes, I'll take her hand, mine. I'll stay by her forever, until the end of time. В это время Рид женат на родственнице генсека ГДР Эриха Хонекера Випке Дорнбах. Чувства давно остыли, но он оттягивает расставание. Ближе нее к контрразведке Штази, пожалуй, никто не стоит. Да и неизвестно, как посмотрит на это сам Хонекер. Рида давно пытаются завербовать, просят делиться информацией о зарубежных контактах. Дин категорически против. После прямого разговора с Хонекером от него отстают. В январе 1971 года литературная газета публикует открытое письмо Дина Рида советскому писателю-диссиденту Александру Солженицыну. «Дорогой коллега по искусству Солженицын, вы пишете, что советское общество глубоко больно, но больно, по-моему, американское, а не советское общество», — пишет Рид. В среде советской диссидентствующей интеллигенции выступление Рида вызывает бурю возмущения. Никто уже не обращает внимания на то, что Рид не критикует Солженицына как писателя, не умаляет его трагический опыт ГУЛАГа. Рид пытается указать на пороки американского общества. Рид откликается на революционные события в мире искренне и бесстрашно. Он посещает Латинскую Америку, Кубу, Ближний Восток. Он не мог спокойно сидеть. Он рвался везде. То на войну, туда к Арафату. Ходил с этой завязанной тряпкой и ружьем. Я не знаю, он стрелять умел или нет, я-то не знаю. Потом Чили у Аленде. Позже советскому агенту влияния Дину Риду в США припомнят и его знакомство с чилийским президентом Сальвадором Альенде и дружбу с арабским лидером Ясером Арафатом. В середине 70-х в Европе идет невидимая глазу циничная борьба за мир. Здесь все средства хороши, и популярные исполнители патриотических песен, и террористические организации. Все началось с Мюнхенской олимпиады. Ливанская террористическая организация «Черный сентябрь» захватывает в заложники израильскую сборную. В ходе штурма все спортсмены погибают. Но это только начало. Вслед за ними поднимаются итальянские красные бригады и леворадикальная фракция Красной армии. За ними стоят спецслужбы Восточного блока. В СССР в это время на фоне общего идеологического увядания идет расцвет рок-подполья. К началу 1981 года слава Дина Рида поутихла. И в СССР, и в ГДР теперь его слушает только старшее поколение. Молодежь уже вовсю увлекается Мадонной, группой Pink Floyd и Майклом Джексоном. Рид включает выступление песни из «Битлз». Но ему это мало помогает. Сказывается устаревшая манера исполнения.
Рид переключается на кино. В 1985 году он пытается запустить очередной фильм «Опасная близость». В это же время абортисты вспоминают на родине. Известный режиссер Уилл Робертс снимает о Риде документальный фильм «Американский бунтарь». В октябре 1985-го, после пятилетнего отсутствия, Рид едет в США. Вместе с режиссером Робертсом он везет на международный фестиваль документального кино картину «Американский бунтарь» о самом себе. Американцы должны знать правду. Картина заставила многих вспомнить о Дине Риде. В прессе поднимается шум. Телеканал CBS неожиданно приглашает красного Элвиса, как окрестили Рида американские газеты, принять участие в популярном телешоу. Дин в восторге. Он уверен, интервью на одном из общенациональных каналов станет началом его триумфального возвращения на родину. И тут в ход событий вмешиваются третьи силы. Во время шоу демонстрируются фрагменты из фильма «Американский бунтарь». Однако все смонтировано чудовищно тенденциозно. Вот Дин Рид обнимается с палестинским лидером Ясером Арафатом, а вот он в Бейруте с автоматом в руках. В студию сыпятся звонки. Разгневанные зрители требуют гнать Дина из страны к его любимым коммунистам. Рид потрясен. Вот плата за его искреннюю веру в идеалы социализма. О какой-либо карьере на родине теперь не может быть и речи. Рид впадает в депрессию. Он уже 4 года женат на актрисе Ренате Блюме. К сожалению, и этот третий брак принес ему только разочарование. Такая ревность патологического свойства. Есть такие люди, которые ревнивы, будь то женщина или мужчина и так далее. Патологически ревнивцы. Вот она ревновала его, ну, ко всем. Запрещала ему там, с дочкой встречаться, вот, с этой же женой, телефонные звонки. У него были очень много сложностей в семейной жизни, и в трудовой жизни. У него были разочарования. Я думаю, что последние годы у него что-то уже менялось. Он чувствовал, что ускользается. Все идет к какому-то страшному концу. Фильм, в котором он собирается снимать Ренату, не получается. На родину можно было не возвращаться. Звукозаписывающие компании Европы давно раскручивают новых кумиров. 8 июня 1986 года, после очередной ссоры с женой, Дин совершает неудачную попытку самоубийства. Режет руку мачете. Ничего не получается, но можно попробовать еще. Второй раз попробовать сделать это тоже логично. Он попробовал. Через 3 дня, 12 июня, после очередного выяснения отношений с Ренатой, Рид уходит из дома. Еще через 4 дня, 17 июня, в 8:30 утра, тело мертвого Дина Рида находят неподалеку от его дома в водах озера Цейтенерзее. Вообще сильные люди кончают, как они решают, а не как решить время. Почти сразу возникли версии трагедии. Немецкие друзья полагали, что Дин покончил с собой. Американские родственники были уверены, что его убили. Ведь он собирался вернуться на родину. КГБшник сказал прямо в лицо в Таллине на улице, что у него обратной дороги нет. И после этого все и пошло. Вы что, думаете, что он покончил жизнь самоубийством? Я в этом не верю никак. Он так настолько любил жизнь, что он это себе позволить не мог. О чем вы говорите? Этого быть не могло. Я уверен в этом. Я думаю, что это были какие-то события. Я не знаю, на чьей душе на этот грех или на ком этот грех. Мне трудно судить. Но только не самоубийство. Могла быть какая-то, так сказать, вот месть за какие-то женские, так сказать, прелюбодеяния, можно в это понять. Могла быть политическая месть за то, что он был таким прогрессивным, за его любовь к Советскому Союзу, за его любовь к международному молодежному движению. Тут догадки можно строить какие угодно. Но то, что случилось, то случилось. Но подумать только о том, что он самоубийца, это исключено. Самый великий идеалист, который я знал после моего отца. Этот человек был, я думаю, верен до смерти то, что думал, свою идею. Он был предан
идею абсолютно до конца. И, наверное, он и так ушел. Мой второй герой был, кого я была влюблена, издалека-то Че Гевара. И я его дразнила так, что я сказала бы, знаешь, я тебе изменила бы только с Че Геварой. Ой, как он разозлился. Его героем был Че Гевара. Он не побоялся бросить вызов Америке и пошел до конца. Дин тоже не боится. Однако за Эрнеста стояли его друзья, бородатые компаньерос. А кто стоял за ним? КГБ, Штази? Его обманули. Использовали и обманули. Но он все равно пойдет до конца. Рид всегда вспоминал о юности и той памятной встрече, когда команданте тайно ночевал в его доме в Буэнос-Айресе. С тех пор предчувствие революции всегда жило рядом с Ридом. Он такой красивый был, что что-то мне есть не захотелось. Я только сидела и смотрела на него. Понимаете? Смотрела на его, в его глаза васильковые, на эту улыбку. Ла-ка, 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 ла-ка